Здравствуйте. Ну что же, давайте сегодня будем устанавливать программу Pinnacle, так как я обещал ее установить, чтобы было всем понятно, всем ясно, чтобы не было ошибок и всяких вопросов, недоразумений, ну и в принципе все такое. Перед этим, как бы, ну она у меня давно, естественно, я не устанавливал, а скачал себе Pinnacle 20, так как я с этой Pinnacle 20, 22, 20 и комплектовал вот эту 22 версию. Вот, для лучшей прочности от работы сделал, как сказать, сперва я сейчас установлю 20 версию, потом поставлю 22. Почему? Потому что некоторый контакт бонусный, вот этот вот, он половины не устанавливается, только на семерке устанавливается полностью 22. Ну, не знаю почему, но как бы я добился успехов пока мест так, что может сперва 20, а потом 22. Но здесь она, как я объяснял, она полностью автоматически здесь, тем более 64-битная. У меня система тоже самая, 64 бита, как бы это, вот она, 4 гигабайта, и это 2900, вот она стоит. Так что я сейчас буду устанавливать эту сперва, здесь у меня все стоит. Так, мне вот этот не надо, естественно. Ну, ключи есть там все, но на DVD, так что у меня DVD нету, так что русская версия, ну и поперли. Ну вот, последние штрихи остались устанавливаться. Так, все у меня есть практически. Ну что ж, вот она у нас установилась. Сейчас мы ее закроем. Если есть у кого-то желание, можете как бы 3D поставить, если можете это скачать. Но у меня же там же можете скачать с этого диска. Или с моего сайта Corsair. Ссылка там есть у меня, можете посмотреть. Ну давайте запустим сейчас. Сейчас покажем, как это все. Ну вот, как видите, она установилась. Сейчас покажет ключи свои. Вот она. Ну, в принципе. Так. Но регистрировать пока не надо. Нет, пока. Ну пока не надо здесь. Ну вот здесь убираем это все. Так, ну что ж, смотрим здесь у нас. Как видите, здесь очень много переходов. Это надо перегружать ее.
Ну вот, как видите, здесь очень много. То, которой половины нету в 22-й, если ее устанавливать, ну, практически там совсем нету. Вот этого нету, этого. Да, они практически не будут работать. Вот. Ну что ж, сейчас просто я буду ее удалять. Ну, естественно, инсталляторы есть у каждого. Каждый свои идет, смотрит инсталляторы, делает. У меня свой инсталлятор. На сайте он у меня есть, можете скачать его. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Обязательно типа ключей. Так, это не надо. Вот это удалим, вот это удалим, вот это не надо. Это у меня свой Corel фоторедактор. Тоже не надо. Что-то где-то я пропустил. Не надо. Не надо. Ну вот эти вот. Три всего надо бы удалить. Ну вот я пока делал дистилляцию. Временно выключу, пока место время идет. Ну вот, практически удалилась она у нас вся. Делаем окей, смотрим. Ну, в принципе, лишнюю ничего не удалили. Так, ну здесь с картины сразу очищаем, чтобы не было. Перед установкой 22-й надо сделать кое-какие шаги. Смотрим пинаклю здесь. То же самое. Но так как оно у меня 64, значит, она здесь у меня должна быть. Вот пинакли удаляем. Так, здесь заходим в Windows. Нет, не Windows, в этот. Программ Data. Так, удаляем пинакли здесь. Чтобы ключей не было еще плюс к этому. Так, потом заходим пользователи. Да, я понимаю, что это не то, что нам надо. Кто-то скажет, что это бред, но увы. Для полного эффекта удалить. Ну вот они, лишние удаляем. Смотрим тоже в этой папке. Ну, в принципе, нету.